Вы знаете, где мы живем? Не знаю, как вы, а я живу в Буэнос-Айресе. А где Буэнос-Айрес? Видимо, в Аргентине. А где Аргентина? На земле. Вот уже 4 года, как мы не живем в Аргентине. Не говоря уже про Буэнос-Айрес. Меня зовут Мария, продюсер программы «60 минут до полуночи». Как вы, наверное, знаете, это наша последняя программа. С тех пор, как мы начали расследование теории из этого блокнота, нас постоянно и всячески дискредитировали. Угрожали, преследовали, увольняли. У тебя есть новые подробности на сегодня? Мы надеемся, что Марката признается в эфире. Этот человек – лидер апокалиптического культа. Я помог многим людям. Заклятиями? Чем? Простите? Ты веришь, Марката? Одни верят, другие нет. Я вижу вас насквозь, как кристалл. И что же вы видите? Страх. Вот о чем я, Альфредо. Это все есть в моей книге «Панику сатанику». Они сеют страх, используют его, зарабатывают деньги. Помогите, пожалуйста, перерыв на рекламу. Натали. Кто это? Паранормальное. Прямой эфир.